Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, участница Мишель! Я приветствую вас, участница конкурса «Феосталония». Меня зовут Зарина Самадова. Я солистка оперы Московского музыкального детского театра имени Натальи Сац. Девочка Мишель под номером 1689 очень артистичная, очень яркая и с желанием учиться петь, мне так показалось. Голос с потенциальным движением к обучению. Я думаю, что вы недавно стали заниматься вокалом, и стоит развивать вокальное мастерство обязательно. Она очень хорошо, Мишель, держится на сцене, она свободная. Также у нее свободная гортань, нет зажатости в исполнении и в звукоизвлечении. Стоит обратить внимание на постановку дыхания. Это основа вокального мастерства при звукоизвлечении. Поэтому обратите внимание на дыхание и диапазон выстроить между регистрами более стройнее, чтобы не было шероховатостей и переходов. Обязательно заняться музыкальной грамотой и игре на каком-либо инструменте. Может быть, флейта, может быть, фортепиано, но это вам выбирать, но, думаю, инструмент поможет выстроить голос в правильном направлении. Пожелаю вам здоровья, удачи и, конечно, жду вас вновь. Спасибо.